Всем привет, друзья! Сегодня суббота, и сегодня мы поедем снимать промо-ролик для моего будущего сайта, где будут программы тренировок и питания. Будет интересно, ставлю какие-нибудь там закадровые нарезочки, съемки. Поехали! Че, нормально стою? Да ближе надо было. Меня зовут Арчо Моррис. Смотришь камеру? Это как-то тупо. Паузы нужны. Нет. Если ты хочешь, если ты мемы дружко копируешь, ты должен знать, что он так и делает. Ладно, он смотрит в камеру такой, потом поворачивается. Ты должен сделать паузу секунду. Я являюсь фитнес-блогером на... Блин, Турик, ты что, я что ли? Это я так записываю. Блин, да у всех так. Блин, ты такой кадр просрал. Ладно. Я не просрал. Давай еще раз. Блин, тут есть очень клевый кадр с отражением, а мы снимали херню какую-то. Уточка, уточка, Артур! С отражением можно снять, как я по берегу. Да нахер, вот это снимаешь, короче, и вставляешь. Ой. Сань, а ну не хочешь, чтобы ты ее снимал? У тебя нет прав. Я могу сказать, что набор массы... Я икнул, Артур, надо вас снимать. Давай. Так как я один из тех немногих... Ты опять икнул? Да. Блин. Самым сохранив свое время в достижении успеха. Я икнул, тебе нужно дальше идти. Ты не забывай, что я могу отражаться в... Я отражаюсь? Что там отражается вообще? Ладно, давай. Давай. Блин, ну Саня! Этот звук как нас бежит, давай! Ой! Так, ну а теперь мы едем снимать ролик праздничный, рождественский. Меня попросил MyProtein для инстаграмчика, поэтому едем снимать к елочке. Короче, встретились с Викой, и перед съемками я решил задать вопрос ей. Наверное, вам тоже интересно будет, какие вообще парни нравятся девушкам? Какие тебе нравятся? Качки, либо худые, либо толстые, либо очень накачанные, либо немножко накачанные. То есть примерно как кто? Сложный вопрос. Но мне нравится, когда тело парня столь же совершенно, наверное, как его мозги. В первую очередь. То есть тело тебе не особо важно? Самое важное – это мозги. Ну, это важно, но это не значит, что мне нравятся только нарциссы-качки, это совсем не так. Не, ну смотри, именно про тело, если говорить, то тебе нравятся очень перекачанные, большие такие. Мне не нравятся худые. Худые не нравятся? Нет, мне нравится, может быть, ну, типа как женек, наверное, по телосложению. То есть тебе большие нравятся с большой мышечной массой? Да, да. То есть дрыщавые такие, как я, например, жилистые не нравятся? Нет. Нет. То есть, видите, у всех разные вкусы, были бы еще девушки, мы бы спросили еще у кого-нибудь. Но, возможно, кого-нибудь найдем. Коля съездим потом. Или кого-нибудь там Галя. Или у Миши спросим. Какие парни Мише нравятся, спросим. Ну, Галин вкус понятен, у нее Миша худой и высокий. Да, ну вот, короче, а сейчас мы поехали снимать вот у елочки, вот там. Будем видосик сейчас снимать. О! Ой-ой-ой! Ёлка! Это нельзя упускать! Как же это противно есть без воды. Протеин этот. Ну что, как тебе, понравилось? Зайдет видосик? Ты видел реакцию людей, которые это видят? Да, там люди так, короче, воды не воды. Они так угорали. Они до сих пор на нас смотрят, как на дебилов каких-то. Не, по-моему, прикольный видосик был. Ты с полным ртом протеина отжимался. У меня еще, короче, борода в рот попала. И там протеин же, он такой липкий, такой, как глина. И мне борода еще прилипла, и сейчас все во рту. Хочешь повторить? Не, больше не хочу. Поехали, короче, обратно. Посмотрим, что получилось.